Для меня бег — это самопознание. Счастье. Счастье и удовольствие. Отдых от умственной работы. Бег — это жизнь и энергия. Наслаждение. Удовольствие. Бег — это любимое дело. В первую очередь, скорость. Для меня бег — это боль. Нет, на самом деле это уход от боли, потому что когда я бегаю, мне ничего не болит. Отдых. Да. Бег — это жизнь. О, бег, здоровый образ жизни, веселую компанию, любимый клуб. Это реализация моих амбиций. Бег для меня своего рода медитация. Бег – это возможность получать удовольствие здесь и сейчас. Бег для меня больше, чем увлечение. Это сочетание удовольствия, спорта и отчасти медитации. Кошка. Бег – это спокойствие. Я люблю скорость. Бег – это образ жизни уже стал. About running, it's so-so, but running with academy – at least. Бег для меня – это хорошее настроение и способ зарядить батарейку. Это жизнь. Бег – это жизнь! Бег – это дисциплина. Слово из трех букв. В первую очередь – это свобода, это друзья, это общение, это путешествие, это любовь. Может быть, я хотела бы билетик купить. Это способ медитации. Удовольствие, радость, позитив и положительные эмоции. Для меня бег – это здоровье, любовь и жизнь. Спасибо. Бег, жизнь. Времяпрепровождение. Бег для меня – это любовь. Это, мне кажется, эмоции быстрые, для которых нужно поработать, но они такие классные, что хочется больше, больше, больше. Больше. Еще больше. И чуть-чуть больше. Бег – это каждый из вас. Бег – это Академия марафона.